Там 100 метров крутиться. Нет, сейчас будет акция памяти здесь на этом судне Зальбу. Ну, слушай, Олег. Это мы могли нарваться на это, Олег. Запросто. И там был бы крытый. Это мина, нахрен. Смотри, какой ужас. Чтобы как-то обезопасить рогатое чудовище, мы привязали к нему пластиковый баллон. На нос в районе вот этого вот закладной доски мемориальной. Твоя задача привязать конец, на котором будет крепиться сюда обеспечение. Два шлага вокруг цепи и беседочный узел. И здесь лежит адмиралтейский якорь, кое отдельно. На нем лежат тоже венки. Мы сюда тоже возлагали. Все, готовность. Внимание, вы не прыгайте. Все, упали. Кормовой, ты всплеск услышал, за ним упал. Всплеск услышал, упал. Влад, ну что там? Пошел! 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 Стоп! Форшмака не будет, вот сзади. Юра, подойди к Калипсо. Все, и там контролируйте. Они выпустят красный буй. Это значит, что они приготовили путь. И мы уже ставим калипсу. И большой уже. Такой погодный большой на него станет, да? Наверное, да. Может, до этого ты шла где-то бум-бум-бум, головой билась, билась, билась. Ребята, ну погода, конечно, сказочная сегодня, да?
Чтоб не выпадал регулятор. Просто какой-то коннектор, чтоб смеси меня. Конец, они его поймают и потянут ее. Боб? Я напил. Так лучше. Белгород. Белгород-Днестровский. Белгород-Днестровский. Белгород-Днестровского. Якорная цепь идет, она была прикручена в двух местах, но, короче, один отпал. Мы его подвязали, прочухали, и так она и стояла. С осени она была. Это однозначно с осени. Олежа, там уже тебя ждут. Где Олежа? Там такой хиппи, что ты себе не представляешь. Никто ничего не знает, никто не понимает. Ну я там рассказывал по видеокамере брифинг, там снимали это все. Нерозривно пов'язані з морем. Воно зберігає багато сумних пам'яток воєнних років. Одна з них стала місцем вшануванням загиблих напередодні свята перемоги. За 4 кілометри від Одеського узбережжя пам'ять загиблих у Великій Вітчизняній вшанували дайвери. 6 утра Одеський морвокзал. Для виходу в море організатори підготовили катер «Валенсі». Цель експедиції – місце гибелі німецького сухогруза «Зальцбург». А першому місце, де затонув «Зальцбург», знайшли одеські екологісти. Одеські підводники відшукали судно на дні Чорного моря і відновили історичну справедливість, віддали загиблим останні почесті. Сьогодні, в канун великого і славного праздника Дня Победы, ми зібрались тут для проведення акції пам'яті на підводному меморіалі «Зальцбург». Ми знаходимося в точці, яка в 1942 році погибла 2300 человек советских военнопленных, которые стали невинными жертвами Второй мировой войны. Эта точка – один из морских мемориалов. В 1942 году Зальцбург приступил к военным перевозкам на Черном море. Это был октябрь 1942 года. Немцы уже и румыны наладили перевозки, и существуют две версии его гибели. Конвой Зальцбург и болгарский царь Фердинанд шел из Николаева мимо Одессы в Констанцию. Пройдя несколько миль буквально от Бугаза, со стороны левого борта у транспорта «Зальцбург» раздался взрыв. По впечатлениям, которые имеются в мемуарах немецких и румынских офицеров, взрыв был принят за взрыв советской торпеды. Корабли охранения начали выполнять мероприятия по спасению транспорта. Транспорт развернулся, капитан повел его к берегу. На судне находилась груз в виде руды, официальная версия, и 2300 советских военнопленных. Существует версия, по которой не руда была в трюмах, а битый металлолом. Военнопленные нужны были с целью погрузки и разгрузки этого металлолома, так как
их жизнями в то время никто не считался. Они были заперты в твиндеках, на палубу никого не выпускали, и при взрыве люди из твиндеков вырвались на палубу и начали спасаться. Но был отдан приказ, конвой пошел дальше, это была война, закон конвоев, конвой следует дальше. Оставлено несколько мелких катеров, которые осуществляли спасательные работы. Тогда вышел приказ командования немецкого спасать только немцев и румын. Русские были брошены на произвол судьбы, и они долго цеплялись за остатки мачт. Шторм был 7 баллов. Доплыть до берега смогли лишь небольшое количество человек. На следующий день румыны выгнали жителей приморских сел собирать тела погибших военнопленных. Они были собраны и зарыты в противотанковом рве в 3 местах. В одном месте был просто подорван берег, они были положены под крутой берег и взорван склон. Сейчас в этом месте море вымывает кости погибших на транспорте «Зальцбург». Другие захоронения тоже находятся в нехорошем состоянии. Там скрыты могилы, и люди, погибшие на транспорте, достойны лучшего к ним отношения. Мы венки вышили на носовую часть, именно кормовую. На носовую часть. Носовая часть оторванная вышивка. Кормовая тоже, но он сильно разрушен. Официальные акции начались с 2010-го. Акция «Мемориал Зальцбург». Мы изготовили мемориальную доску. Там было написано «Мемориал Зальцбург». Здесь погибло 2300 человек. Живые воспомнили. Большая достаточно доска была установлена на самой части, где мы возлагали венки, и сейчас должны были вы это увидеть на передаче снизу. Значит, последний раз ее видели ребята белого настройства 8. Сейчас тоже происходит освещение вот таких вот объектов, как этот, это, допустим, братский мотив. То есть проблема в том, что нам вроде запрещают иногда проводить акцию на мемориале. Документы, какая-то бюрократия и так далее. Но с другой стороны, объект мы видим не защищается. Мы знаем, что здесь ныряют дайверы. И даже коммерчески этот объект используется для дайв-туризма, что само по себе неправильно. Все, есть достаточно много здесь даже вокруг объектов, особенно в этом районе. Вот и все. Только люди начинают представляться в тюрьмах. И все это взрывается, все это горит. Раз ты начинаешь это представлять и видеть этот хаос разломанного судна, становится очень жутко на душе. Благословен Бог наш завжди, ныне, во всяк час и на веки веков. Аминь. Христос воскрес из мертвых, смертью смерть подолав, и тем, кто в гробах життя дарував. Христос воскрес из мертвых, смертью смерть подолав, и тем, кто в гробах життя дарував. Пресвятая Троица, помила нас, Господи, очисти гріхи наши, Владико, прости беззаконие наши, святи злянсти, святи немочи наши, имени Твого ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сину и Святому Духові, и ныне повсякчас, и на веки веков, аминь. Отче наш, Ти, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє царство і сили, слава Отця і Сина і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Просимо. Подай, Господи, Господу помолимось, Господи, помилуй. Божий дух і всякої плоті, Ти смерть подолав, і дьяволу знищив, і життя світові Твоєму давав. А сам, Господи, упокой душу сопших рабів Твоїх у місці світлим, у місці квітучим,
у місце спокою, де нема ні недуги, ні скорботи, ні зітхання. Всякий гріх, що вчинили вони словом, чи ділом, чи думкою. Благ, як благий чоловіка, любий Бог простий, бо нема людини, що жила би не згрішила. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб нас насущний, дай нам сьогодні, прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти в жолобі, благословен ти до утроби твоєї, бо ти породила спаса душ наших. Ой, Господи, душу усопших, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Сел наш? Не, я сел. Мероприятия акции памяти мемориала Зальцбург, это говорит о том, что люди с годами напомнят о тех, кто дал свою жизнь во имя защиты нашей с вами общей родины. Ми будемо. Да, ні, а на кому другому? Я можу вас на Теодорік засу. Да, ну, на Теодорік можна любое время, а на Зальцбург тобі все. Ну, хорошо, тогда идите на Зальцбург. Да. Идите командирскую рубку. Вот мы что. Фискульт, привет! Привет. А что это вы тут делаете, а? Да живем мы тут! Центр морских экспедиций и объявили, что это организатор. Что нам придется эту общественную организацию закончить. И австрияки, и немцы с нашей организацией уже там все. О, а немцы что-то говорили? Нет. А? Да они вообще какие-то отморожены. Дебилы. Они дебилы. Да как ты решаешь? Умного лица там я не увидел. Ужас, такой, такой противный этот Андрей. А чего он ничего не сказал? Позвали их два раза на брифинг. Лично вообще он ко мне не подходил. Он даже вообще не подошел, ничего. Даже ничего. Не сказал ни спасибо, ни за глаза, ни за воздух. Мне хочется их потерять послать, вообще. Послать, да, найти. Мы отсюда нырнули, дошли до носа. А ты здесь разве не нырял? Нырял. О. А табличку какая сволочь сперла. Да, ну, возьми с вашей стороны, это же с вашего региона ее сперла. Я сам бы руки мотал. Возьмите, поищите, это реально что-то сдал. Она реально была на этой цепи, где венки начали вязать. Ну, понятно, что реально мы вязали. Это просто какой-то урод. А Маринеска говорит, давай совместное письмо напишем на имя Мышиковского, что они все козлы, что вот это происходит. Да, я говорю, да, вот мы придем. А ты в интервью говорил, что... Потому что, да, я сказал. Потому что нормальных пацанов туда не пускают, а все, кто хочет. Да, были журналистки, им было настолько плохо. Ну, было холодно, противно, они мучились. Я так смотрю, я с ними поговорил, с одними, с другими, да. Я не знаю, кто будет монтировать эту всю историю, но такой, типа, вот до лампочки вообще. Знаешь, такой, ты же уже заранее думаешь. Они же будут делать интервью там 3 минуты. 3 минуты можно сюжет показать, если будет видео. А ТВ сказали, что, как Жора сказал, что будут передачу делать. А в «Надзвичайних новинах» покажут кусочек. Кусочек «Панікіди», кусочек того, кусочек. Тебя, может, вообще не покажут. «Калипсо сдалека». «Калипсо сдалека». Там этот вот Алексеев такую речь затянул. Thank you.
единства. Жеронимо! Застрял и смотрю, и такая тык-тык. А ты сегодня, когда за мной шла, тоже застряла? Сколько вот, дай бы. Час 15. Маньяки, блин. А нашли эту каюту? Каюту не нашли, но там такая завануха, куда можно залезть. Там плохо есть. Там надо подрыться. Я какую-то штуку тоже заглядывал, там, где возле ребер была. Да, да.